Бульвар на Комсомольском проспекте в Челябинске продлят в 2022 году. Новую пешеходную зону сделают на участке от Молодогвардейцев до Ворошилова почти за 32 миллиона рублей. Место отдыха станет продолжением существующего бульвара на четной стороне Комсомольского проспекта. Администрация района отыграла новый аукцион по благоустройству проспекта. Цена контракта начиналась с 36 миллионов. Самую низкую стоимость предложила компания-победитель. Это почти 32 миллиона. Работы намечены на следующий год – с 1 апреля по 15 июля. Согласно техзаданию, на небольшом участке по четной стороне проспекта сделают мощение, установят спортивные объекты, детские игровые комплексы, в том числе с батутом и скалодромом в виде совы, скамейки и шезлонги, уличные столы и каменные урны. Также проектом предусмотрено оборудование велопарковки и велостанции. Для озеленения территории рабочие высадят яблони, липы, кизильник, можжевельник, барбарит, сосны, иргу. На новом участке пока не планируют тропинки из гальки, с которыми экспериментировали на отрезке Комсомольского проспекта от Красного Урала до Молодогвардейцев. Работы выполнят в рамках программ «Жилье и городская среда» и «Формирование современной городской среды» в Курчатовском районе города Челябинска на 18-22 годы. Напомним, что этим летом началось комплексное благоустройство Комсомольского проспекта. В рамках проекта обновили бульвар по четной стороне между улицами Красного Урала и Молодогвардейцев.